Как сделать первый шаг к успеху в карьере? Нужно произвести хорошее впечатление. Первое впечатление очень важно. Ведь сначала посмотрят на внешний вид, а уже потом на ваши профессиональные навыки. Я считаю, что для деловой встречи подойдет что-то стильное, но не яркое. Красивое, но не вызывающее. Строгое, но не скучное. Естественно, лучший вариант для женщины – это платье. Я считаю, на мне идеальный вариант. А как думаете вы? Пишите в комментах.